В отпуск съездила к родственникам на свадьбу. Куда? В Пермский край. Вот в Красноярск приехали посмотреть. А вы откуда? Из Новосибирска. Я ездила в Бурятию, на Байкале была, в Волгинский Басан ездила. То есть в места силы ездили, в Хакасию. И работаем, и успеваем отдыхать. Сотрясение мозга. Что? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, я упала, споткнулась, об машину ударилась. Просто шли и споткнули? Ну, бежала. Путешествовала туда-сюда, туда-сюда. А где? Чечню обратно. Я школу закончил. Да? Да. Ура. Поступил туда, куда хотел. У меня студенты из разных стран, я преподаю русский как иностранный, но познакомилась со многими молодыми людьми. Встреча с одноклассниками. Все, больше прикольного ничего не было. Поступление в университет. Да? Да. Поступили. Кем будете? Это не я, это моя дочь. Но это было очень интересно и... Нервно, стрессово, но хорошо. У нас на дачу прилетели цапли. Прекрасно отдохнули, поработали, научились плавать. Я познакомилась с новыми друзьями и покаталась на велосипеде. Съездил в Нижний Новгород, переплыл Волгу вручную, с одного берега на другой, потом обратно. А сколько это метров? 5 километров. Примерно где-то 1:15. Почувствую себя, я так волновался, блин, ну не знаю... Да я работал, учил, у меня летом не особо чего интересного происходило. Сидел в тюрьме 15 суток за тонировку. Дважды сделал двойное сальто в Енисей с моста и посадил букет цветов. Встретил девушку, мечты неповторимую. Что еще было? Не поехал я из-за коронавируса на Мальту. Второй год уже не могу поехать. Я же фотографии увлекаюсь. Я столько фотографий за это лето красивых сделал таймлапс. Вообще не представляете. Музыкальные мероприятия были в городе всякие. Закрытые, открытые, неважно. Сансет был на Дрокина, бассейны, что. Занимались люди спортом, люди перестали быть жирными. Те переболели первую половину лета ветрянкой. Просидели мы дома. Этим летом очень интересно было вообще проводить после всех карантинов. И оказывается, что наш край Красноярский очень большой. Прекрасный, с прекрасной своей инфраструктурой, прекрасной природой и замечательными людьми. Это самое запоминающее то, что было в этом лето. Я в первый раз на Шира попал именно этим летом. Я вас поздравляю.